Последнюю неделю перед постом верующие посвящают одной цели – примирению с ближними, прощению обид. Это христианская составляющая масленицы. Что же касается питания в эти дни, то кушать принято сытно и обильно. Запрет лишь на мясо. Адам и Ева в раю, когда жили до грехопадения, они ведь питались только растительной пищей. И не ели ни мяса, ни яиц, ни молока. Поэтому, когда начинается Великий пост, это как бы воссоздание первообраза человеческого. Люди питаются только растительной пищей. Ни в коем случае другая пища не принимается. Каждый день масленичной недели имеет свои названия. Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, в среду на лакомке принято ходить к теще на блины. Седьмой день считается прощенным воскресеньем. Первый день Великого поста называют чистым понедельником. Завершится 40-дневный пост Пасхой, которая в этом году выпадает на 12 апреля. Хотелось бы всех поздравить с наступающей масленицей, а также с наступающим Великим постом. Пожелать всем великой милости Божией, благословения Господня и с великой пользой провести Великий пост, который будет начинаться с 23 февраля.